Наука. Санта Мария Антиквара расположена на южной стороне Римского форума. Церковь известна прежде всего своими фресками, которые, как полагают специалисты, не имеют себе равных по степени полноты и сохранности. О существовании фрескового ансамбля впервые стало известно в начале 18 века. Раскопки начались спустя два столетия, и за все эти годы роспись пришла в аварийное состояние. Потребовавшая реставрация работы по восстановлению фресок продолжались более 30 лет. Иногда весь ансамбль росписи называют Сикстинской капеллы Средневековья. Это здание – одно из очень немногих, что выдержало испытание временем. Внутренняя планировка почти не изменилась, как и фасад, хотя, разумеется, признаки ветхости были и есть, поэтому работать нам приходилось с осторожностью. Важно было не только сохранить сами фрески, но и дать возможность наслаждаться всей их цветовой гаммой. На одном из самых известных и ценных фрагментов есть изображение Девы Марии. Век цифры и мультимедиа музейщики охотно используют достижения прогресса, чтобы подчеркнуть значимость археологических находок и уровень труда реставраторов. Мы хотели, чтобы посетителям были бы хорошо видны наиболее ценные росписи. Поэтому мы использовали все имеющиеся сегодня в нашем деле технологии ноу-хау, чтобы добиться нужного эффекта и сохранить для будущих поколений имеющиеся. Санта Мария Антиквара открыта для посещений. В ней в настоящее время организована небольшая выставка, рассказывающая об истории христианства от эпохи Римской империи до Византии.